Всем привет, друзья! Не так давно компания Altura Studio анонсировала выход интересной композиции под названием «Зомби». И приурочена эта композиция была к празднованию Хэллоуин. Релизное название данной композиции – «No Trespassing», что переводится как «Не входите, не вылезай». Данный набор выпущен тиражом 125 экземпляров. И все подробности вы можете узнать в группе компании Altura Studio. Ссылочка в описании под данным выпуском. Композиция в масштабе 1 к 10. Состоит она из двух персонажей. Это большой зомби и зомби-ребенок. Отлиты они из смолы. Автор скульптуры Александр Дерябин. Передаем вам большой привет, Александр. И так держать. Итак, друзья, переходим к рассмотрению деталей. Набор поставляется в стандартной для компании Altorus гофрокоробке или гофрокорубе. Все детали упакованы в целлофан, zip-пакеты и проложены пузырчатой пленкой для избежания повреждений деталей. Давайте быстренько распакуем и рассмотрим непосредственно сами детали. Перед нами детали данной композиции. Композиция разделена на 7 отдельных элементов. И давайте теперь рассмотрим каждый элемент в отдельности. Ну, наверное, основной элемент данной композиции – это вот этот вот персонаж, его голова. Детализация суперская, вылеплено все очень-очень круто. Поношенный такой паренек, зато причесочка у него, хайрок, очень и очень такой ухоженный. Видимо, зомби умеют причесываться и не забывают про это. Очень необычно разглядывать, конечно, такие скульптуры. Редко такие вещи попадаются моделистам и, так сказать, радуют их. Но, друзья, у нас есть шанс воспользоваться случаем и насладиться этим, как говорится, воочию. Следующий элемент – торс взрослого зомби. Прилив. На этой детали прилив выполнен с нижней части, так что после среза прилива и зачистки этого места его в принципе видно не будет, потому что ставится на подставку, на стоечку, будет как раз где-то здесь. Так что все прекрасно сделано. Опять же, детализация скульптинга очень здоровская. Вот здесь, вот, не знаю, насколько будет видно, сделаны даже отверстия от стежков ниток, которые прикрепляют рукав, прикрепляли в данном случае рукав к одежде. Очень здорово. Здесь у нас оголенная часть тела и, видимо, вот этот вот паз для установки таблички для данной композиции. Следующий элемент данной композиции – это рука большого парня. Детализация здесь отличная. Даже вот на пальчике сделана содранная кожа и торчат кости. Друзья мои, кости. Напоминаю, что релиз состоялся в канун праздника Хэллоуин. Кто празднует, тот празднует. Здесь тоже имеется небольшой прилив, который срезается, зачищается и никаких, в общем-то, проблем не вызывает. Анатомия. Здесь все подчеркнуты. Вены, мышцы. Такой худощавый паренек. Но выглядит это, я вам скажу, очень и очень здоровски. Повторюсь, таких наборов встретить, наверное, вообще невозможно. Так, ну и переходим далее. Далее у нас рука от зомби-малыша. Дана она от отдельной детали. Здесь хорошо видно фактуру плюшевого комбинезончика у этого зомби-ребенка. Такие детские пальчики с ноготочками. Выглядит забавно. Очень забавно. Напоминаю, масштаб всей композиции 1 к 10. Также левая рука. И вот здесь у нас метка, оставленная, видимо, другим ребенком. Также пальчики. Немножко уже пошел процесс. Также вылеплена, видимо, бархатная фактура данной одежды. Выглядит здорово. Резиночка порванная. Манжетик. Выглядят здорово. И маленькие пальчики. Последний, так сказать, элемент данной композиции – это сам зомби-ребенок.
Вот с такой вот он мимикой вылеплен, что очень здорово, а не какой-нибудь просто спокойно сидящий. Очень мне нравится, когда в миниатюрах, в фигурах присутствует какая-то динамика. Здесь динамики, на мой взгляд, достаточно, и выглядит это просто суперски. Прическа интересная у этого ребенка. Видимо, родители у него были стильные ребята. Интересный капюшон у этого комбинезончика. Наверное, это крыса, то бишь рец. Вот такой вот клапан на попе, чтобы быстро можно было памперсы детенышу сменить. Шовчик от стыка деталей комбинезона. Уже не успела надеть, уже порвала. Ну, в общем-то, здесь уже все. Ловить нечего, надеяться ни на что. Друзья, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. В описании к данному выпуску вы можете найти ссылки на дополнительные ресурсы. Это группа ВКонтакте, канал на Твиче, чат в Телеграме и ссылочка на наш Инстаграм. Всем всего хорошего. До новых встреч!